Начнем сначала. Суть в том, то, что я не рассказываю какую-то еще одну теорию. Я даю полностью новую концепцию, полностью новый взгляд на этот мир. И из-за этого почему идет сложность? Потому что люди начинают эти знания применять на старые знания. И тогда не стыкуются. Да? Mm-hmm. То есть давай вот сейчас mm-hmm. полностью обнуляемся. И давай начинаем смотреть с того, как приходит человек в мир. Приходит девочка и мальчик. Вот они все приходят одинаково. Хотим мы, не хотим, у нас две роли, девочка или мальчик. Дальше как устроено? А девочки, они за внутреннее пространство, да? Мальчики, они за внешнее пространство. Все. Это у всех одинаково. И это порядок. А дальше уже внутри этого порядка каждая семья сама определяет. Если мы говорим сейчас про курс мужчина и женщина, да? То есть мы вот что выстраиваем. Чтобы девочка занималась только своей задачей, а мальчик занимался только своей задачей. А у нас, вот ты сейчас задаешь вопрос, я-то занимаюсь своей задачей, и потом я такая перешла на его путь жизненный и сказала, теперь ты тоже занимайся своей, у него есть своя задача, да? И почему, например, семейными парами, я сейчас в июне запускаю курс именно для семейных пар специально, потому что мужчина прокачивает в себе роль мужчины, да, а женщина прокачивает в себе роль вне зависимости друг от друга. Вот это следующий принцип пары, равенство, да? То есть мы стоим, не смотрим друг на друга вот так, а мы смотрим вперед оба. И у меня есть мои задачи вне зависимости от мужчины, да? То есть, например, сделать уют, да, дома, создать уют, сделать еще что-то, заниматься там какими-то делами. И у него есть свои задачи. И вот мы тогда вдвоем смотрим в одну сторону. Как только я начинаю ему говорить, а теперь ты должен сделать вот так. Я стала как будто бы его обучать. Что он должен? Все. И здесь мы сразу же ушли в другую систему. И вот здесь произошел сбой. Поэтому я говорю, когда мы делаем, то есть когда мы выстраиваем отношения, вот здесь он ничего мне не должен. Вот мне он не должен. Он должен сам себе. И вот здесь сам себе он должен. И если я выбрала такого себе мужчину, который не дает деньги на подарки, он и не должен мне давать. Понимаешь? Вот это вот важно. Я его выбрала таким. А мы же как делаем? Мы его выбираем и говорим, ничего страшного, сейчас я его перевоспитаю. Все, и закрылись отношения сразу же. У меня был парень, который дарил мне миллиарды цветов. И я знаю его девушку, которая сейчас, он мне не дарит ни цветочка. Но это я тебе к тому, что бывает, наверное, иногда как-то меняются они под действием каких-то обстоятельств. Ну, я не знаю, как правильно, или ты сразу выбираешь там щедрого или нещедрого, но меняются однозначно. Если ты ему не рассказываешь, какой он должен быть, он такой, какой он есть. Как только ты ему рассказываешь, какой он должен быть, да, скорее всего, девушке он не дарит цветы, потому что девушка ему рассказывает, что он должен ей дарить не такие цветы, а такие. И здесь сразу же она ушла вот в эту позицию, да, как я говорю, мама, ребенок. И он сразу, как ребенок реагирует, я тогда вообще никакие дарить не буду. Ну да, да. А ты, находясь с ним в равенстве, ты просто говорила, вау, круто, и ты была рада любым цветам. Ну, например, ты там была не рада каким-то другим вещам, но цветам ты была рада, да, и он поэтому здесь проявлялся и проявлялся. Как только мужчине сказать, что он неправильно...